Привет! В этом видео я вам хочу рассказать о том, как я ухаживаю за своими волосами. Не хочу говорить, что это видео по правильному уходу за волосами. Возможно, оно и неправильное. Ну и ничего особенного и необычного в этом нет. Начнем, наверное, с шампуня. В данный момент я пользуюсь вот этим шампунем. Извините. Вот. Эльсев. Made in Украина. Ну, я им пользуюсь. Волосы у меня не выпадают на месте. Они, в принципе, приемлет любой шампунь. А шампунь я меняю, наверное, каждый месяц. Такую вот баночку мне как раз на месяц и хватает. После этого перейдем к маске. Маска, бальзам. Не знаю, что это именно. Я ее держу на волосах, наверное, минут 5-6. Вот. Такая огромная. Тысяча миллилитров. Пахнет она очень вкусно, из-за этого я ее и взяла. Пахнет она кокосом. Осталось не очень много ее уже. ISM. Неправильно, наверное. Это масло мне подарили в Японии. Они две одинаковые, только это пахнет розочкой. Такая пахнет морским. Это я уже пшикаю на сухие волосы после того, как расплетаю косички утром. Волосы становятся блестящие, с такими волночками красивыми. Я окрашусь тоникой, а не краской, потому что тоники цвет более насыщенный и яркий. Краску я такого цвета, оттенка еще не находила, и чтобы она хорошо держалась. Видно хвостик? Света нету. Тинемасте, ватасино на моего Анастасия дес. Укурайна кореки маста. Укурайна. 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 Упала.